Ну что, после долгого дня кастинга приехали перекусить с браткой. Как тебе ростовские девочки? Брат, ну честно, да. Ни одна не зацепила. Что делать? Что делать? Застрелиться. Ну, если честно, надо с ним переставать общаться. Если честно, я давно... Это вы о ком, братка? Крыса, блин. Крыса, да? О ком вы, братан? Да вот пацан один, знаешь его? Все, я понял, да? Эти крысы заебали вонючие, один ты, бля, брат, настоящий. Вот сколько крыс, короче, давай. Эти Съемки закончились, наконец-то появилась свободная минута, отдых на себя взял Арай. Все, хватит уже говорить в сторисах. Работаем, пора отдыхать. Поэтому жрем и кайфуем. Отдыхаем. Так, сейчас задам один вопрос, Арай. Как так получилось, что раньше фоткались с тобой, а теперь ну просят просто сфоткай с Гриценко, пожалуйста? Друзья, сидел в прямом эфире, позвал всех в сад, и оказывается, люди реально приезжают. У меня теперь вопрос, кто сейчас едет к нам? Можете написать в директ, чтобы мы вас дождались? Пожалуйста, только напишите прямо сейчас.